Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Chronicles Чина, да? И продолжаем проходить эту игру. Нифига себе, это нам новое умение дали после прохождения предыдущей миссии. Круто. Смотри, мы можем подниматься и лазать по потолку, прям Спайдермен нафиг. Используйте инструменты, чтобы увеличить скрытность. Чего нафиг? Ну ладно, вот так мы это сделали, это круто. Не пали нас. Мы прям, ребята, по стелсу. Замечательно. Эти нас не заметили, чурки. Еще сейчас вот этого даже убьем, смотрите. Опа. Но нам даже полоску жизни, ребята, новую дали после прохождения предыдущей миссии. Это какая-то четвертая миссия по счету, да? А мы можем туда спуститься? Вряд ли. Вряд ли. Ну ладно, может, наверное, потом как-то сможем, но сейчас мы, к сожалению, не можем. Ага. Я чуть опять не запалился, нам, наверное, вот так нужно. Ну, нужно отвлечь его внимание. Нахрен заколоть его, да и все. Какое внимание отвлекать? Вы что, с ума сошли? Внимание отвлекать вы бы хотели. Так, это что такое? А, это опять вот этот свиток. Ну, бесполезный в какой-то степени. Было бы круто, если бы ты нам жизни там добавлял, да, или еще что-то. Или больше там, например, мы бы... Ай... Или, например, было бы круто, если бы мы больше могли там всяких вот этих припасов, да, нести с собой. Было бы намного лучше, чем, например, там, просто по приколу, да, бы давали. Ну. Ай. Ух, вот это круто было. Вот это я уже понял, как. Твою мать, конченые вот эти лучники. Арбалетчики, точнее. А, нам правильно нужно идти, то есть я правильно иду. Да, вроде правильно. То есть мы бы к арбалетчику могли подняться, например, какую-то бы опять вещь там забрать, да? А вот тут... Ух ты. А вот тут мы, наверное, для того, чтобы дальше проходить, как бы, да? Здрасте, здрасте. Опа. Одного замочили. Дальше. Здрасте. Ногой прям врыло. О, тут еще одна вещь. Ну, не вещь, а свиток, да? Много уже свитков вот этих. А я даже не представляю, что нам нужно делать в этой миссии. Но я как-то, знаете, даже прохожу эту игру, потому что мне нравится стелс этой игры. То есть стелс действительно очень крутой, перепрыгивание туда-сюда. И вот это действительно, ребята, мне очень нравится. Я советую вам пройти эту игру. Потому что для любителей вот такого стелса, мне кажется, это действительно очень круто. Она мне, по сути, действительно нравится вот эта игра. Потому что стелс тут действительно, ребята, крутой в какой-то степени. Отвлекаем. Ну, как-то мы его отвлекли, но он и так практически нас запалил. Ага. Ну, стражник с древковым оружием. Ну, то есть, как я вижу, все... Твою мать. Здрасте, мудак. Как-то он не имеет желания нас спалить, если честно. Так, вы там, ребята, разворачивайтесь. Пока. Пока.
Да, мы их избежали и дальше. Ребята, мы как-то даже очень быстро проходим эту игру. Вы не заметили, как-то все чуть-чуть по шурику. Это даже круто, потому что, в принципе, знаете, не очень хочется проходить... О, нихрена себе разворотик такой. А, даже как-то не очень долго хочется проходить эту игру, если честно. Твою мать! Ну как ты нас запалил, мудак? Нам 100% туда нужно. Да твою мать, ты что, издеваешься, вот эти палильщики нафиг? Расследование, вот вы расследовальщики. Конченый ты пулеметчик! Таким хреном я, конечно, вас хрен убью. А, спасите, ну я вижу, что нам нужно делать, но только я не представляю, как это сделать. Видите, какие тут нахрен спецназовцы бегают. Ух. Так, ладно, сейчас. Например, если мы это кинем... Хрен его знает куда. Я, ребята, не знаю. Видите, как они нас палят? Снизу, сверху, еще где-то снизу. Да твою мать, иди ты в жопу. На тебе, паскуда. Фу, ну вот этого как-то убили. Сейчас, мне кажется, попроще будет. Если мы, например, вот так сделаем, обойдем их, вот этих элитных нахрен пулеметчиков. И вот этого мы сейчас завалим. Я его специально сейчас... На тебе, паскуда. Даже вот этого завалю, потому что вот эти бесят меня просто. Элитные хрены. Так, замечательно, дальше куда нам? А сейчас, ага. Я вот эту хрень всегда забываю, ребята. Ой. Что мы можем подниматься? Фу. А как мне их отвлечь? А, ну вот этого сейчас мы попытаемся скинуть. Иди ты в жопу! Вот, убили. А, сейчас. Сейчас на карте нужно всегда смотреть. Ага, то есть нам направо нужно. Да. Там куча вот этих всех дополнительных заданий есть, но мне кажется, проще будет, если мы будем... Так, ну это как бы, мне кажется, дополнительные, что ли, задания. Так, мы можем его отвлечь? Например... Привет! Замечательно. Ух ты. А дальше? Ну так прыгай. Ах ты ж зараза. Так, и дальше. А, ну дальше в принципе нету смысла, да? Ага. То есть сейчас нам нужно, то есть просто-напросто их спасать. Ну это ясно. Ну в принципе нам сейчас в окно туда нужно, как я понимаю. Вот сюда. Да. А дальше? Ну а дальше мы просто, наверное, сюда пробежали. И сейчас нам нужно я там видел вот эту скрытую хрень. Фрагмент памяти, но... Как-то не очень хочется туда идти. Вот эти развороты даже прикольно они сделали. Так, это что? Здрасте! Я имею думал, Масыка! Ай-ай-ай. Вы мне даже не дадите. Ты прям мудак.
Мне интересно, как он попал. Ну ладно, будем считать, что как-то непонятно. Так, как спрятаться за этими колоннами нафиг? Ух, привет, приветики, приветики, мы вас обманули. Ага, сейчас они опять сюда возвращаются. Ну, сейчас подождем, ребята, пока они вернутся. Вообще незаметно возле них. Я понимаю, это ассасин, но не настолько нахрен. И Чаджу. Мы прям мастеры какой-то маскировки. Мы бегаем перед врагами, нас никто не палит. Ну, круто, круто, ребята. Это мастерство ассасинов, что вы хотите. Чтобы бегать перед ними, нас бы никто даже не запалил. Ну, что вы хотите. Так, я вообще правильно иду? Я как-то не понял. Что там нам... Вы раньше не могли вот эту подсказку показать? Или я должен ее прочитать, когда я падаю? Сейчас. Дайте я пойму. Ну, по сути, нам туда нужно, я понимаю. Потому что там вот эти враги все... Да ты чё издеваешься нахрен? Ребята, ща, дайте мне минутку, пока я не пойму, как это сделать. Ага, ребята, банальный прыжок просто оттуда и сюда, да и все. Я как-то парился по этому поводу, но... Оказалось, в принципе, просто. В какой-то степени просто, да? Твою мать. Жопа тебе. Жопа вам, чуваки. Вот, просто сюда вверх залазим и просто отсюда прыгаем. А я там парюсь нахрен. Ага. Ага. If I could distract him somehow. Какие нахрен инструменты? А? Ну, наверное, вот эти, да? Наверное. А сейчас мы его сможем убить, да? Ага. Круто. А дальше? А дальше вот сюда. И вот сюда. Ну, все больше, как бы, понятнее становится вот эта игра. Так, дальше. Давай, чувак. Спасите, ну... Они уходят, мы там сможем спрятаться за бамбуками вот этими. Ой, здрасте. Здрасте, пока. И все, вы нам не интересны больше. А он нас не запалил, но мы его, наверное, сейчас можем через окно. Да, ну, дураки же. Что скажешь? Ладно. Иди сюда, дружище. Мы тебя тут ждем с открытым сердцем. Сейчас мы с тобой поприветствуемся. Ладно, не хочешь, как хочешь. Так. Интересно, как будет это во следующих частях. Вот сейчас это как бы, ну, Китай. А что будет в Индии, в России? Мне кажется, вообще там круто будет. Ну, лично мое мнение. Фух. Так, ну сейчас вот, да, мы сюда забрались наверх, и это, в принципе, мне кажется, уже еще конец будет миссии, мы уже как-то долго вот это все проходим. Хотя... Это что тут? А, спасите, это дополнительное, ага, а убейте нам того чувака нужно убить. Вот сейчас я понимаю. Так, ну сейчас понятно более-менее. Да твою мать, чё ты ж такая, не туда лезешь, куда нужно.
Ага, замечательно. И сейчас в эту сторону. Ну, смотрите, ребята, мы уже практически там. Вот с этими ребятками я как-то не хочу связываться. Вы видите, что они опасные. Но убить их нужно. Потому что он нам мешает. Да, ой. Как он меня запалил нафиг. Я бы хотел верить, что он сюда не доберется, а просто пойдет нахрен. Он и так даже может палить. Здрасте. Так, ребята, мы уже практически добрались до этого чувака. Но мне кажется, лучше будет пойти сюда и сначала убить вот этого арбалетчика. Ага, вот так, замечательно. Потому что, видите, эти арбалетчики, они всегда дотошные нахрен, да, и они убивают прям нехило, да? Ага. Вот смотрите, мы можем того чувака... А, нет, не можем. Нужно сначала вот этого чувака убить. А как это сделать? А вот так просто вот это сделать и вот этого убить. Простенько. Бронза. Ну. Вот и конец миссии, ребята, сейчас посмотрим. This belongs to me. Это принадлежит мне. Сян Йонг Чен Шан придет за... О, мы нашли шкатулку. Шкатулку. I am counting on it. Ну и вот, ребята, конец миссии. На этом мы будем заканчивать. Ребята, вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что вам нужно, это просто на меня подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий. Буду очень рад, если вы вот это сделаете. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.